Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть 60 секунд FNAF. Да, вот эта вот модификация, которая буквально вторая, все, вот первый был бункер СССР, я специально это повторяю вдруг, потому что вы не слышали, более значимость мода этого повышаю, потому что действительно мне очень приятно. Если что, ссылочка будет в описании, если вы захотите скачать эту великолепную модификацию. Нет, ну, блин, просто понимаете, друзья, сколько я играл, я прям готов хвалить эту модификацию. Поэтому, ладно, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, если вы сейчас что-то вкусненькое такое кушаете, что прям вот хочется кушать и кушать и кушать. Итак, друзья, сегодня мы с тобой, надеюсь, я очень-очень надеюсь, что мы с тобой... Мы, кстати, посмотрим еще на обновление, потому что разработчик обновляет чуть ли не знаю, чуть ли не каждый час эту модификацию. Ну, правда, последний раз 5 дней назад. Но, в общем, он что-то там обновил. Правда, он там не написал, но, как ты видишь, у нас так, масло есть. Может, он какие-то там баги, недочеты исправил. Впрочем, будем с вами смотреть. Вы сами понимаете, по-моему, модификация этой где-то неделя. Вот, честно, неделя. И все. А он уже здесь, он сам, я так понял, собственно, ручно все это рисовал. И я просто в шоке. Я просто в шоке, друзья. Наконец-то у кого-то действительно прямые руки. Хоть и туда какие-то такие есть маленькие недочеты, но это полная фигня. И сегодня мы с тобой посмотрим, наконец-то, на Чику мутировавшую. Потому что у меня сохранение, слава богу, есть. Мы сегодня 100%, на миллион, я тебе говорю. Также здесь всякие различные концовки. Я просто выпал, потому что тут был охранник. Или как его там называют, Purple Guy. Я, честно, я из-за этой модификации, друзья, начал проходить FNAF. Серьезно. Я вам серьезно говорю. Только из-за этой. Так, что там у нас вообще-то аптечка должна быть? Да, блин, карта, да ё-моё, вот самое просто чуть-чуть и все. В общем, самое важное я не взял. Печально. И, в общем, здесь концовка. Помните, где безумный ученый был? Ну, вы в 60 секунд по-любому играли. И тут был именно охранник. И он, представляешь, этих аниматроников чисто запустил, и они разбились. Во, как он от них отделался. Я обещаю, друзья, в следующем выпуске мы с тобой какие-нибудь другие шапки оденем на них, потому что, блин, уже стандартные, мне ничего-то напрягают. Ну что ж, друзья, наш русский Фред. Блин, вот это, конечно, прикол, звук вот этот вот. Так, у нас ящик инструментов. Серьезно? Погоди, он уже был, что ли, здесь? Да! Когда мы открыли дверь убежища, то заметили, что на некоторых полках уже стоит провиант. И что там написано? Мы еле успели. Главное, что мы все вместе и живы. Не забывайте, дизельное топливо очень полезно для здоровья. Запас масла, запас воды. Офигеть, он это перевел. Блин, это вообще круто, друзья. Карта, журнал выживания. Ладно, идем дальше. То есть, понимаешь, он, смотри, наши полки полны банок с маслом. Мы будем есть из них, мы будем спать на них. Ну, понятно, и разговаривать. В общем, все отлично, все отлично. Блин, смотри, как красиво все это выглядит, согласись. Мне очень нравится. И здесь маленький Фредди. Но сегодня, я надеюсь, мы с тобой Чику превратим уже в мутанта, потому что это редко на самом деле получается, но если что, сохранение есть. И Теда надо, к сожалению, с самого начала. Фреда, Теда. Бедного, вот просто... Ну ты понял, что нам надо сделать. Тук-тук, ни в коем случае мы с тобой сейчас не будем это делать. Не открываем, не стоит открывать. Может, здесь реально еще и другие концовки есть. Надо посмотреть будет. Итак, для начала. Ой-ой-ой-ой, счетчик Гейгера прям, я не знаю, зашкаливает, смотри как. Я думаю, пойдет у нас все-таки Бонни. Он как-то более такой проворный, маленький как-то, если что, шустренький, быстренько все сделает. Обезвоживание, обезвоживание на пятый день, естественно.
на пятый день, пока у нас ничего не происходит, но Теда нам надо именно сейчас вообще с ним ничего не делать. Так, Фокси Чика. Так, Фокси Чика. Наоборот, все, блин, сделал. Ну ладно, неважно. Блин, жалко Теда, потому что, ну блин, он, можно сказать, самый главный. Даже вот, блин, ужас, смотри, что с ним. Фред. И он нормальный, он нормальный. Мы посмотрим именно, когда он станет терминатором. И смотри, мы откуда-то топор сделали. А, боевой рож... Ну да, карту. Так, в общем, все у нас пока нормально. Ждем, когда он превратится. Он, по идее, аниматроник, как он так мог... Типа, питания не хватило. Маслица, маслица надо было. Так, голод. Они хотят уже немного кушать. Давай, масло немного дадим. И тараканы. Блин, кстати, интересно. Ну, тараканы, наверное, он не менял. Потому что, ну, тараканы как-то, я не знаю, прикинь. Тараканы-аниматроники. Это жесть. Я, правда, на Авито, вы просто офигеете. Надеюсь, никому не испорчу аппетит. На Авито продают по 2 рубля. Представляешь? Фу, блин, я не знаю, хоть... Деньги делают на всем, друзья. Представляешь себе? Офигеть. Так, смотри. Водой, едой, какие-то крики на поверхности. Оборванцы. Водой, едой или медикаментом. Чем мы можем поделиться? У нас масло. Наверное, маслом давай. Поделимся немного. Мы хорошие аниматроники. Аниматроники. Обезвоживание, обезвоживание, Бонни, голод. А у нас, кстати, не было слов. В общем, видишь, все нормально. Давай немного дадим. А Фокси, ну, я вот не знаю. Надо, наверное, подождать, чтобы она превратилась. Блин, мне капец интересно. Я просто уже подозреваю, что там будет, понимаешь? Я уже подозреваю. Бонни, голод. Так, давай Бонни вот так вот сделаем. У них обезвоживание, сейчас уже 10-й день, поэтому, конечно же, надо еще и напоить. Так, мы с тобой выбрали, погоди, на легком, да, мы с тобой выбрали, блин. Каждый день бы приключений, но зато вот Фреда мы с тобой точно проверим. Так, Бонни обезвоживание, надо было его, кстати, сразу тоже напоить, чтобы, если что, убийственная тишина. Давай, немножечко послушаем радио. День 12-й. Хорошо, Фокси, Фредчика, Бонни, усталость. Все, хорошо, на 15-й день будем их поить. Отлично, так, нам нужна еда. Давай, давай, в чем бы и нет. Сейчас быстренько мы хоп-хоп-хоп. День 13-й. Итак, друзья, что у нас появилось? У нас 4 банки масла, да ёкало, мы на 4 банки. Вот это, конечно, прикол. Ладно, всех накормить, кроме Бонни. Друзья, мы скоро перейдем к челленджам. Вы не переживайте, так что скоро уже будут. Даже, возможно, и в этой модификации будут. Просто видишь, там в корневую папку надо, блин, и я как-то туда-сюда удалять, потом игру еще раскачивать. Как-то вот, иногда ленюсь, друзья. Но это, знаешь, такое, блин... Чувство, вот как вот вы боретесь, друзья, с ленью. Вот хочется же, например, там поспать, отдохнуть еще минут там 10. А этим 10 минут, между прочим, много, например, вам что сделают. К примеру, если там в школу или в универ, блин. Так, ладно, Чика. С тех пор, как мы попали в это убежище, мы все время были заняты. А чем вы были заняты? Починить камеру наблюдения на кухне. Камеру наблюдения на кухне. Безусловно, что именно то, что мы сделаем, когда выберемся отсюда. Че, серьезно? Блин, это капец, офигенно. Он сам переписал, представляешь, вот это все. Вау, я в шоке. То есть, сколько он потратил времени, я не представляю, друзья. Я просто не могу представить, сколько он потратил времени на это все. Потому что, действительно, это сколько надо вот это вот все делать. Давайте просто на время отложим эти вопросы. Чика чувствует себя сегодня отлично, надеемся, так оно и будет продолжаться. Бонни должен что-нибудь съесть. Так. Давай Бонни немножечко дадим покушаться. Так, давай вперед. Чика себя чувствует прекрасно. Блин, когда ты уже будешь превращаться, блин? Хоть бы такое было. И, кстати, как интересно там будет написано в плане... Что там, пауки? Серьезно, Чику
заразят, мне интересно, как это будет. Там по-любому какие-нибудь, типа, механические пауки или что-нибудь еще. Так, все, Бонни, заметь, пришел себя вообще нормально, чувствую тебя. Чик умоляет, чтобы ей дали воды. Так, Бонни в добром здравии. Дропом здравии. День 19, пацаны. Обезвоживание, голод. Но, блин, на 19 день. Только давай Бонни. А Бонни, кстати, он, по идее, сам найдет там, что попить, по идее. День 20. Так. Обезвоживание, голод. Все логично, друзья. Все логично. Хоп-хоп. Все, это самое легкое. Грызуны-мутанты. Ну, у нас консерв 7, поэтому я думаю, мы можем пожертвовать. Топор нам еще пригодится. То есть, если что, если там аниматроник наш немножечко сломается, наш Бонни, то мы с тобой просто-напросто топором прижгем, типа... Рану или... Я не знаю, как отрубим там, ну, его аниматронскую ногу железную. А у них точно не отрублены ноги, потому что вот тут... А, нет. А... Погоди, а почему Фокси прям на столе? Прям на столе нога, смотри, кстати. А у этих вообще ног нету, типа... Ладно, дальше идем, друзья. А, их разговор... Послушайте эти разговоры. Нет, там не будет русских, поэтому... Поэтому не надо, не стоит ничего слушать. Жажда. Пока нормально мы с тобой живем. Хоть бы были пауки. Хорошие новости. Правительство нам скинуло что-то. Откуда у нас противогаз? Так, обезвоживание. Так, на 25-й денечек мы с тобой сейчас кое-что сделаем. Так. Угу. Так. Кажется, у пауков создалось впечатление, что они имеют такие же права, но... Так, ну-ка, закрываем глаза, пацаны, ну-ка. Бонни должен был уже вернуться, но его нет. Да ё-моё, так еще и... Они... Блин, а может она все-таки сейчас это? Посмотрим, что внутри. Ну давай посмотрим. Блин, у нас не остается... Господи. Голод ушиб. Офигеть, голод ушиб. И чё там? А, смотри. Гипс, какой-то гипс. У нас тут есть. Ладно, чёрт, подарок оказался ловушкой. Голод. Блин, жалко. Конечно, но... Так, давай, да, податься искушению. Может, мы зато сейчас хотя бы на концовку другую выйдем. Будет очень замечательно. Фу, тараканы, жажда, истощение, жажда. Так, раны Фокси излечены. Так, давай послушаем радио. Блин, офигеть, смотри, они как будто реально такие усталые. Фу, и тараканы там на заднем плане еще что-то там начинают делать. Так, давай, они принесут нам самое интересное, припасы всякие различные. День 30-й. Так, блин, посмотри с ними, что происходит. Да, видишь, мы припасы с тобой получили. Попробуем тогда сейчас мы с тобой, именно что выжили мы. Истощение, голод. Так, Фред не хочет, вот никак не хочет превращаться. Я говорю, там очень маленький процент, просто маленький процент. Это как во ФНАФе оригинальном. Ну, блин, я первый вот только благодаря этому моду поиграл. И там, в общем, лис начал говорить такие дап-дап-дап-дап-дап. Я думаю, что вообще происходит? И мне написали, типа, это вообще редко бывает, типа, 1%, что... Смотри, что произошло, вот это жесть!
Вот это прикол, конечно. Что сейчас произошло? Блин, это смешно. Жажда год. Капец. Капец, смотри, чё. Так, надо Фокс накормить, блин. Кстати, да, ей это идет. Вот Мэри Джейн особо это не шло, а вот ей Чики вообще капец это идет. Блин, офигеть. Это очень круто. Так, решение просто. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, кто будет выступать? Нужно принять решение. Тишина, надоела. Ну-ка давай, как она сейчас сыграет нам? Ну, нормально, нормально. Сумасшествие. Блин, мы так... Мэри Джейн с удовольствием согласилась. Вот тут вот, конечно, это... Не переведено, но я думаю, там просто... Я не представляю, сколько там строк, понимаете, друзья? Он это все переводил. Водяной чип, офигеть. Это вообще отсылка к Fallout'у. К первому, по-моему, да? Где там все это началось. Так, обезвоживание, сумасшествие. Так, Чика чувствует себя прекрасно. Офигеть. Ну фиг знает, сумасшествием это как-то... Фиг его знает. Не знаю. Так, ладно, идем дальше. Все-таки она превратилась, но превратилась, конечно... Так, 37-й, да? Котик, а насчет кота мы с тобой смотрели, поэтому он действительно, он тоже иногда в аниматроника превращается, но... Блин, тоже смешно так выглядит, конечно. Кот, да, действительно, мы уже смотрели в предыдущей серии на него. О, военные, что-то там... А при чем тут карты, интересно? Что-то мы там... Так, голод. Кексик, блин, вот этот вот маленький, сладенький день 40-й. Так, давай их обоих. О, кто-то к нам, кстати, стучит. О, ну, это мне не нужно. И фонарик, смотри, он заменил. Чика чувствует себя прекрасно. Ку-ку. Так. Истощение, сумасшествие. И смотри, главное, Тед не хочет. Вот ни в какую не хочет превращаться. Ну, пожалуйста, ну. Мы уже сколько тут, блин, с тобой... Ладно, ничего. А, в общем, блин, ну ладно. Ну ладно, тут был песик, но чтобы его взять, это капец, надо какие усилия применить. Хоть я даже и сколько мы с тобой выживали, я все равно могу и не выполнить, могу и не взять его. То есть надо тут будет как-то посмотреть. Так, обезвоживание, обезвоживание, потому что мне тоже интересно, он тоже, наверное, какой-то такой. А, смотри, Фокси мечтает о бутылке рома. Арр, ну давай, давай. Ну-ка, сгоняй, Чика. Ну-ка. Голод, не в своем уме. Отлично, среди осколков других алкогольных напитков завалялась нетронутая бутылка настоящего рома. Правда, он странно пахнет, но что поделать, все лучше, чем безвкусная облученная энерговода, которую мы и так каждый день пьем. К счастью, размер бутылки был такой же, как и бутылки с энерговодой, так что рома хватило на всех. Теперь нам море по колено, 5-10 минут точно, арр. А, Чика что-то... Топор что-то там сделал с топором. Там, я не знаю, давай всех накормим. В принципе, я уже понимаю, что к чему... К чему здесь все идет. Что мы скоро уже откинем копыта. Или точнее, вот эти вот железные ноги. Стальные, блин. Ну-ка дальше, давай. Что у нас в доме хозяин? Воу-воу-воу-воу-воу. Там, получается, сейчас у нас украдут. Ну ладно, ничего. День 47-й. Уже, кстати, неплохо мы с тобой прожили. Истощение в своем уме. Смотри. Так.
Чика не знает, как произнести слово «превысокомногорассмотрительствующий». Фокси это очень расстроил. Он заявил, что Чике стоит подучиться. Если не в школе, то хотя бы в убежище. Давай. Я не представляю. Сейчас, мне кажется, мозг сломается. О! Смотри! Офигеть! Вот это прикол, конечно. Фокси не стал терять время зря. Тренировка по правописанию тут же сменилась повторением таблицы умножения по физике. О, господи, как бы каникулы, а тут еще такое, да? Ладно, идем дальше. Так, военные, опять же, видишь, нас даже военные не смогут спасти. Мы ни на какую сейчас концовку вообще не сможем прийти, потому что припасов ни хрена нет. Я хотел хотя бы посмотреть, как Фред будет, но мы посмотрели с тобой, как Чика выглядит... как безумная такая, ненормальная. Ну, забавно довольно, день 50-й. Так, противогаз я увидел. Так, Чика нервничает. Чику на разведку. Нет. Не надо. Я уже знаю, что там. Там она не дойдет по-любому. День 51. Так. Похоже, выборы вслух по ролям. Ну давай попробуем это сделать. Я не представляю, что сейчас будет. Мне интересно, что будет. День 52. Голод. А диета Чики позволяет. Фокси довольно что. Чика окончательно теряет рассудок. И все. То есть мы хоть и дневник. Сейф. Давай посмотрим, что там. Может, кстати, если бы отказались мы, она бы пришла. Но уже, видимо, все. Так, перекись водорода. Нет, у меня ее нету, скажем так, потому что у нас это, у самих две бутылочки всего осталось. Блин, вот не хочет превращаться, смотри, вот засранец какой. Вот думал, что ну вот хоть превратиться, но нет, но не хочет. Ни Чика, ни Тед, блин, самое, вот знаешь, самое интересное. Ну давай, попробуй сходить, Чика, уже скоро сбежит от нас. Еще пока не сбегает, я даже удивлен, почему. Почему, да? Так, тараканы. 57-й день. Тан-тан-тан. Так. Я, конечно, уже подозреваю, как все у нас будет. Ну, кот нам не нужен. Кстати, если честно, если бы мы кота сейчас взяли, может быть, и она пришла в норму бы, да, но... Ну, понять дело бы, они не заболели, потому что только Фред Тед болеет. Он начинает, у него какая-то аллергия там. На этого кошака, блин. Так, день 60-й. Да, все, Чика уже ушла, все, не может она. Спокойным голосом заявил, что, как обычно, уходит заниматься игрой на тубе. О, смотри! Вау, вот это прикольно. Офигеть, смотри, блин. Блин, это круто. Вот эти вот маленькие картиночки такие. Блин, они прикольные. Неносим, мы не можем уснуть. И, к сожалению, все. Сейчас уже, да? Да, она тоже тронулась умом, Фокси. И, я так понимаю, это уже последние деньки. Сейчас будут. Я не знаю, может, до 70-го еще выживем, но чтобы нас спасли, это нереально. Хотя... Может, и... Получится, фиг. Ой. По лицу видно, что... Да, сигнализацию установили.
Да, погоди, нас спасли, серьезно? Мы открыли дверь в ожидании увидеть дружелюбные лица, но, к сожалению, нас избили, связали, оставили наблюдать, как банда мародеров грабит наш дом. И хотя мы редко думаем о нашем убежище как о доме, все наши запасы были разграблены, кроме пару сломанных безделушек. Мы не знаем, как теперь выжить. Жесть! Просто офигеть. Все, конец. О! Смотри. Фокси умер от меня. Стая. Стая называется. Вы погибли. Ну что ж, друзья, давайте сейчас самое интересное посмотрим, как Чика будет выглядеть. Ну что же, друзья, я сохранение перебросил в папку, которую, помнишь, 1000 дней я выживал. То есть я потихоньку сохранял, и мы с тобой выжили. Спасибо огромное, друзья, кстати, за лайкосики. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Ну что же, Давайте посмотрим. Конечно, намного было бы интереснее, если бы она вот сама бы превратилась. Так, пока закрываю глаза я. Мне капец интересно, что же там будет. Сейчас у нас прекратится музыка. Так, сейчас. Раз, два, три. Твою мать! Вот это прикол, конечно, друзья. Вот это прикол, блин. Такого я еще не видел. У нее что-то еще из живота там торчит. Типа рот. Смотри, сзади какие-то штуковины там. Вот это жесть. Пустошь неровня, Чики. Офигеть. Ну, это просто жесть, друзья. А что, если мы ее с тобой оставим голодной? А, ну сейчас она уйдет. Уйдет она сейчас, к сожалению, друзья. То есть, видишь, это сохранение, оно такое... А нет, не ушла, смотри. Офигеть, она, смотри, как будто... Ну-ка, погоди, если она голодать и голодать будет, чё? Что будет? А, к нам, видишь, ломятся уже мародеры. Сейчас. Мне, конечно, интересно. Мне кажется, она сожрет Фреда. У меня вот это вот есть ощущение. Голодание. Ну-ка, она покалечит или что? Мне кажется, потому что она... Она серьезно, она сейчас что-нибудь сделает. День 1007. А, Фреду. Чика чувствует. Мы решили толкнуть, поболтаем. Все, сейчас будет странный мутант, аниматроник. Там, кстати, было что-то написано, что-то это. День 1008. Все, да, она сбежала, друзья. Видишь, такая вот фигня. То есть она, по идее, должна была вроде как, наверное, и вдарить. Я фиг его знает. В общем, вот такая. Мы пытались с ней поговорить, но... Вот такая вот фигня. У него урчат механизмы. В общем...
офигенно, вот это, конечно, было офигенно. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно ставь лайкосик. Также подписывайся на канал, если ты тут впервые. А на этом все, бай-бай, дорогие друзья.